Любимое народное развлечение на святки – наряжаться и колядовать. В ленинском отделении Центра социального обслуживания домодедовские с удовольствием продолжают старинную русскую традицию. Праздники все любят, с удовольствием приходят. Все, кто к нам ходит. И приглашаем людей. Просто, значит, на сайт выкладываем, что приглашаем вас прийти к нам на праздник, кто хочет. Вот желающие приходят. Откликаются очень хорошо, потому что у нас праздники разнообразные, людям всегда весело, отзывы пишут очень такие добрые, хорошие. Всем очень нравится. На красочное мероприятие были приглашены не только постоянные посетители центра, но и все желающие послушать рождественские песни и вспомнить, как отмечали этот волшебный праздник в детстве. Перед собравшимися выступили фольклорный ансамбль «Терек» и хор «Верные подруги». Староста музыкального коллектива Татьяна Казакова рассказывает, что к подготовке подошли очень ответственно и тщательно выбирали репертуар. Мы разучили, так сказать, много очень песен, много вот частушек и всего, готовились к этим святкам. Пели, танцевали, участвовали в шуточных играх. Такие встречи, как отмечали гости праздника, очень познавательные. А еще это отличный повод для общения и новых знакомств. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.